пицца сладкая, вкусная и горячая. Миланка угощает пиццей. Пицца, мармеладная пицца, мини-пицца. Тебе, Милан, нравится? Вкусная пицца. А что, да, а так? Так, не поняла, это... Такое... Это одна начинка и все. Ну это помидор, Мила, с помидором и сыром пицца у тебя. Ммм, какая вкусная, а мармеладная. Вкусняшка? Ребят, попробуйте. Ммм, да, очень вкусно. Покажи свой шар, как он светится. Ну-ка. Ну-ка, покажи свой шар. Ух ты! Вот так вот светится синим. А давай-ка мы выключим свет и покажем, как он светится в темноте. Вот так. Вот так вот светится, посмотрите. Вот это красота. Цвет. Класс. Лента, у меня цвет на солнце, она синяя, а темноте она бирюзовая. Не на солнце, а когда включен свет, то светится он таким вот синим прям. А в темноте немного таким бирюзовым, мне кажется. Правильно Милана говорит. А я пока еще съем пиццу. А Милана будет еще пиццу кушать. Так, я свет включаю. Опа! Опа! На завтра опять контрольная, опять английский. Куда же без английского? В общем, Лика делает английский, делает уроки. И Милана сейчас смотрит мультик. Мы пойдем сейчас готовить ужин. Сегодня вечером обязательно сделать масочку для лица. Но какую, я еще не знаю. У нас там есть масляно-чайное дерево, есть тыквенная вот, маска, кстати, мне очень есть шоколадная мне маска. Мне очень понравилось масло чайного дерева. Мы вот. Сделаем маску с чайного дерева? Вот она мне понравилась, но я ее делала уже. Вот еще, в общем, не знаю, подумай. В общем, Лика еще будет делать маску, но мы к Лике вернемся позже, пока Лика делает уроки. А Миланка, сейчас посмотрим, что же там делает Милана наша. Миланка решила покушать в зале, мультики посмотреть. Милан, что ты смотришь? Пони. My Little Pony. Миланка смотрит My Little Pony. И бананчик. И вот. Милан, ты любишь бананы? И конфетку, конечно же, да? Мама, я хочу купаться с игрушками. Ну тогда сейчас давай наберем. Ты пока кушай, я пойду наберу ванную с игрушками в пене. Будем пеной купаться? Да. Да? Что там? My Little Pony. Какую-то полную ванну. Полную ванну? Хорошо. Это как не колбаска, это какой-то бутербродик. Бутербродик из одной колбаски. Круто. Сейчас я покусаю вот этот конфет. Садись на диванчик, Милан. Давай тебе уберу. А какая она, честно? А это шоколадная, Миланка. А Milky Way. А, нет, это не шоколадная, это молочная. Конфетка Milky Way. Есть еще шоколадные, есть клубничные. А это молочная. Да, вот почему-то вечером, Милан, конфетки вкуснее, да? Мам, давай посмотрим, какой будет. Ну, начинка какая. Давай посмотрим, какая будет начинка. Вау, вкусняшка. Ладно, Миланка кушает конфетки. Милан, пойду я посмотрю, что там с твоей водой. Я набираю водичку тебе, будешь скоро купаться. Сейчас я, мама, вымою зеркало. Ванильная. Детля. А вот видишь, какое начинка. Ох, сколько пенки у тебя, Миланка. Сейчас Миланка еще кинет бомбочку в ванную. И еще игрушки, да, Милан? Да. И будет купаться. Лезу, когда добьет конфет. Сейчас я кину бомбочку, а где-то... Я тут закрыла.
свечи. Как классная. Мама, ну пенсоед твоя достала. Ух ты. Мама, все люки сахаря. Какие ты будешь игрушки брать с собой в ванную? Это не здесь. Ну что, давай быстрее уже, там водичка у тебя уже практически набралась. Чайничек возьмешь? Иланка поняшу возьмет с собой, малыша. Малышка, да, вот такую это вот обезьяну. Это Пинки-Пай малышка. Да, обезьянку. Пинки-Пай малышка. Чайничек, кружечка. Ты что там будешь играться? Будешь кормить их, да? Да, я вот сюда наберу воду, вот так буду лить и вот ее. Так, все, или еще берешь какие-то игрушки? Давай еще бери игрушки. Какие? Так. А еще, мам, я хочу еще поняшку. Давай. Дай мне еще поняшка. Ну, в других коробочках. Может быть, в других? Посмотри. Представляете, ребятка? Ребятки, у меня три коробки. Смотрите. Ужас какой-то. Давай, доставай. У тебя там уже ванная набралась, Иланка. Ой, крыса, покажи нам, что тебе там за крыса. Вот я понес, я не хочу. Это риска какая, потому что она, конечно... Она... Возьми. Не хочу. Не хочешь? Потому что она и надо двигать, у меня удобнее. Я на селезоне. Ой, какая крыса у тебя. Ой-ой-ой. Белая. Я все. Все? Я взяла поняшку. Угу. Ну все, пойдем кидать ванную. Угу. Пойдем. Я не кружку, не чайник, а не стеклянный. Пойдем. Не стеклянный, мам. Да? Кружка и чайник. Давай. Намочила. Нормально. Ой, он у меня тут там! Так, надо наносить. О! Я вижу его! Ого, сколько пены у тебя, Милана, и даже не видно игрушек, смотри. Вот она. Ага. А теперь не видно. Дуй. Я выбрала, кстати, маску с чайным деревом, с маслом чайного дерева. Все, нанесла маску, теперь иду ужинать. У меня как раз есть минут 15.
Я думаю, я успею. Мой вкусный ужин. Все, Миланка, спокойной ночи. Ты идешь спать? Да, еще можно вот так. Какой ребята!